Здравствуйте, представляем жаротопку на 300 литров. Значит, пульт на стене будет висеть, мощность 3 блока по 7 кВт, 21 кВт. Это краник уровня, крышка, то есть крышка, открываем крышку на жаротопке. Стоит радиатор для... И ставим сюда брикеты на радиатор, дно с прогибом для полного слива. То есть ножки как бы регулируются. Закрываем крышку, загрузили продукт. Забирается теплоноситель, забирается снизу сразу с парогенератора. Сюда подается на радиатор, идет по кругу, возвращается опять в рубашку. И воздушный стоит, воздушная воронка. Кран уровня. Это у нас терморегулятор, защита по перегреву. Ну, кран слива ДУ 50 молочный. То есть либо сюда можно переход какой-то поставить. На пульте управления 3 метра на стене будет висеть. Сетевая кнопка. Не будет при превышении перегрева загореться красная лампочка аварии. Терморегулятор, температура контролируемого продукта. Это включение насоса дополнительно и побочное включение тена. Включаем раз, два, три. То есть три блока тена включаем. Так, жаротопка, значит, ножки регулируются. Все, готово к работе.